Губернатор Владимир Владимиров подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором ВДНХ Сергеем Шагуровым. Выставку планируют использовать для демонстрации достижений края и популяризации истории и культуры региона. Шагуров подчеркнул, соглашение укрепит партнерские отношения между выставкой и Ставрополем, а также позволит расширить ВДНХ выставочную программу. В свою очередь Владимир Владимиров отметил, это важный шаг для края. Экономика Ставрополя активно развивается и наращивает возможности для туризма. За вот эти 8 месяцев, что сегодня форум-выставка «Россия» существует, это уже такое, знаете, немножко даже, наверное, намоленное место стало, да? Люди знают, когда люди едут в Москву, даже вот ставропольчане многие всегда планируют приехать на выставку ВДНХ. А мы теперь получаем возможность бесплатного доступа к возможности дальнейшего продолжения нашей экспозиции и продвижения края на территории ВДНХ. В ауле Эдельбай продолжается масштабная модернизация системы водоснабжения. Уже завершилось строительство водопровода общей протяженностью 2 километра. Сейчас возводят резервуары, накопители для чистой воды, сообщили в Министерстве ЖКХ края. Работы проводят по федеральному проекту «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». В Красногвардейском округе отремонтировали несколько участков местных дорог. Работы прошли в Дмитриевском и Ладовской балке, а также в поселке Коммунаре. На отрезках постелили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и установили знаки, сообщили в региональной Миндоре. Ремонт провели по краевой программе развития транспортной системы. В 8-й школе Левакумки в начале нового учебного года откроют точку роста. В образовательном центре дети будут профильно изучать биологию, информатику, физику и химию, сообщили в региональном министерстве образования. Работы проводят по нацпроекту образования.